Привет. Кстати, классно выглядит. А ты можешь прям две секундочки постоять у меня просто в этом, мои в другой стороне? Да мы... Привет. Как тебя зовут? Владик. Офигеть, почти как меня. Слушай, ну ты тоже классно. У меня хорошая, я вижу, побежала. Меня зовут... Слушай, ну... Владик, подожди. Владик, а минус самый сильный и быстрый. Слушай, как с ребенком тяжело. Как тебя зовут? Офигеть. Меня Бог зовут. Почти как твоего сына. Слушай, а что так? Куда несешь вообще? Машан, срочно. Мне гости дома, мне надо закупить. Слушай, ну смотри, я вот с одной стороны хочу пообщаться, да, с другой стороны, чтобы понять, стоит пообщаться или нет, нужно сейчас в моменте пообщаться. Хотя бы две минуты, да? То есть, видишь, вот диспропорция какая-то получается. Какой ты большой! Сколько тебе лет? 2,5. Офигеть, какой ты большой. Слушай, мама, а мы идем за новым мечом. Сейчас. За новым мечом это важно вообще. А тебе-то сколько лет? Я не даю маму такому делу. Я тоже. Девушкам не даю. А, подожди. Ну не, парням иногда надо давать. То есть, ну это я так, по своему опыту. У меня принципиально. Ну, больше 20. Пошли. Так, говоришь, пошли. Сейчас. Сейчас, подожди, чувак. Ты умеешь вот так делать, смотри. А почему больше 20? Сейчас, вон я его занял на 5 секунд. Ну, потому что помимо банального секса, то есть девушка еще должна быть о чем поговорить. Мне уже больше 20. Светочка, нам надо пообщаться. Твоя родинка на носу говорит об этом. Просто у нас на самом деле на завтра намечено офигенское мя. Подожди, сейчас. Это бесполезно. Я тебе сейчас дам свой телефон, и ты мне позвонишь. Ну ты какая быстрая, смотри. Да, правда, потому что это бесполезно. Ты срочно. Хорошо, смотри, сейчас, подожди. Почему ты так решил? Может, я вообще его записывать не буду? Ну, записывай, значит. Нет, смотри, а нам нужна... То есть у нас завтра есть офигенское предложение. Так. Ты увидишь, как бы, сына есть с кем оставить? Не вечером. Есть. Смотри, давай тогда сделаем как? Тебе сегодня вечером удобно позвонить? Да. Я тебе просто расскажу по телефону, да, потому что мы сами говорю. Сейчас торопимся. Давай. Вот. Что интересно? Что за предложение, ты знаешь это? Я такая чёрная. Слушай, ну самое интересное, что... Все сам. Сейчас. А еще ты вот так не можешь делать. А еще вот так, смотри, сейчас. Я его отвлеку на 5 секунд. Смотри. Я аниматором работал. Умеешь так? Смотри. Сейчас. Давай, быстренько уже. Подожди, я сейчас сам, когда меня торопит, я не могу так свойственно. Только дозвон сделай, потому что, ну, чтобы ты знал, что это я звоню. Слушай, но просто все самое хорошее в жизни происходит спонтанно. Факт. Вот это вот просто женщины этого зачастую не понимают вообще. Я не зачастатая женщина, слегка. Не зачастатая. Слушай, ну у тебя... Все, меня зовут Вова. Я тебе часиков 10 половину сказал. Окей, самый. Сейчас, я попрощаюсь. Сейчас. Светочка, да. Ты сейчас, чувак. Подожди, давай я тебе руку пожму. Все, подожди, мы прощаемся. Да, нет, у нас так принято. У кого у нас? Это очень. Все, давай, пока. Счастливо.